Лето – 3 месяца отличной погоды и удовольствия. Особенно теплая пора интересна детям. Каникулы – никаких забот, настоящее раздолье. Как отдохнуть, каждый выбирает сам. Однако многие родители предпочитают отправить своих чад в оздоровительный лагерь. В Бобруйске предусмотрено много возможностей для направления ребяческой непоседливости в нужное русло. В летний период организована работа дневных оздоровительных лагерей с круглосуточным пребыванием, лагерей труда и отдыха, в том числе совместно с организациями города Бобруйска. Также работают у нас лагеря 9-дневные, такие как палаточные, передвижные, непередвижные. Также работают лагеря военно-патрического профиля на базе воинских частей 55-27, 20-392. Также работают лагеря спортивно-оздоровительные. Одна из самых популярных баз для детского отдыха – оздоровительный лагерь «Мечта». Средняя стоимость путевки – 520 рублей. На территории все самое необходимое. 4 двухэтажных корпуса с уютными и 5-местными комнатами, спортивные площадки, столовая с 5-разовым питанием, библиотека, всевозможные кружки по интересам и многое другое. Здесь же ребят ждут и встречают любимые воспитатели. Я воспитатель 4-го отряда, работаю уже давно, с 18 лет, и вожатый – это душа, поэтому каждый год приезжаю к детям, они нас знают, мы их любим, с удовольствием трудимся. На последней смене в «Мечте» 500 мальчишек и девчонок. Проведенное в лагере время для большинства отпечатывается в памяти самыми теплыми воспоминаниями. Тут и общение со сверстниками, и заботливые воспитатели, и активный отдых с массой развлечений. Я в лагерях с 3 лет, езжу по разным лагерям по Беларуси. Мне лагеря сами по себе нравятся, но больше всех все-таки запомнился, наверное, лагерь «Мечта». Почему именно «Мечта»? Потому что формат. Это много людей, это много новых знакомств. Я езжу сюда уже 7-й раз. Мне тут все нравится, замечательные вожатые, замечательно тут кормят, мероприятия каждый божий день, тоже очень все нравится. Корпуса, где можно постоянно играть с ребятами, ребята очень классные, постоянно могут где-то поддержать, вожатые поддерживают. Я уже езжу, наверное, 3-й раз. Езжу с подругами. Летний лагерь – прекрасная возможность для детей провести время с ровесниками в комфортных условиях. Родители могут быть уверены, ребенок сможет не только отдохнуть, но и оздоровиться на природе. Роман Костюков, Максим Калинин, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360.